Проверку лыжных трасс в парке культуры, спорта и отдыха провели депутаты окружного совета от «Единой России» Татьяна Одинцова, Вячеслав Киреев и Андрей Яцишин. Сотрудники зоны отдыха следят за состоянием спортивного объекта ежедневно. Каждый вечер на трассу выходит ратрак. Он срезает плотную снежную корку, а затем перемешивает снег до однородной структуры и разглаживает поверхность.